Они же не стартапы, я вижу. Ты вообще эндерман тогда. Я твой эндерман. Не важно. Не важно, что ты только мое эндерман, блядь. Да не, я надпись пытаюсь прочитать. Она самозаводящаяся, не сможешь. Смотри, смотри, режим следования. Тебе нужно разделиться на две части. Кстати, обратил внимание, Майнкрафт с каждым апдейтом живет все больше и больше оперативки. А то, что он живет все больше и больше нервов, ты не заметил? Я заметил, что у меня на маке жрает 1.5 гига. Знаете, что странно? У меня просто лагает. У меня вообще все время лагает. У меня 1.8 так лагает. У меня когда были только бронеферы, у меня чанки просто таким тормозами подержали. С другой стороны, я не понимаю, вот это приключение Сафари, да? Его репутнешь, он жрет 100 метров, да? И репутаешь, он жрет, блин, хоть вот сколько свободно есть, только он сожрет. Маски, да, жрет столько, сколько можно ставить. Я в ноутбуке, когда старый верх не поставил. Я скажу, да, в мониторе. А, вот это же не так просто. ЧСВ тоже качать надо. Я подойду.
Няшку нашел. Это, видимо, на любителей. Чего желаешь? Сегодня жалко. Просто с того ракурса был прикольный желтый бургарок. Я вон тут. Я такой сенсор. Оля. Мое нарушение, я исправил версию слова. Он охренеть. Есть М, который нормальный поет, а есть НМ, который переделан. Да, 13%. Ни мне, ни Белин. Скажи. Я вообще не знаю, не контакт. Я все посмотрел. С середины. Я вижу. Так, пошло. Да все, хватит уже. Ты неправильно купил. А теперь жидкости. Не важно. Ты меня на тике. Не важно, тике. Мне можно называть эти тики. Смотри. Ты затягиваешь. А потом еще раз дыхаешь тебя. Хочешь я попробовать? Давай. Thank you.
Каба, не хочешь увидеть меня потным? Он видел его потным? Это сок видел. Обычно всех легко. Блять, только самое печаль то, что мне ничего не достается. Но зато мое желание исполняется. Не качайте меня. Я явно этого не хочу, потому что чревато в голову. Не важно. Хорошо. Я все сырого мясо. Ты не можешь понять, я. Нормально. Я не могу встать. Голос виски, я думал, что виски. Давай, не полный сон, а здесь все перевозил. Я просто иду по кресту. Можешь задать мне любое уравнение. Какой вопрос, а кто последний в кальян? Квадратные даты. Согласен, кто последний в кальян? Давай будем. А куда кола делась? Вот она. Не, на самом деле просто... Вот она, рыба моя. Вот она, кола. Арти, 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 как это что получилось? Я сделаю сет гораздо быстрее, чем раз. Это ничего не значит, поверь мне. Я тоже делаю зад. Именно. Взаимно. Давайте вместе. Да. Ну, два часа на вуду. Извиняюсь. Кого я взял колу? Седа, есть Юкол. Кола. Ну, нашел, на чем сайты делать. Имелось в виду нормальный сайт. Ну, нормальный сайт. Уходи. Деньги можно взять. Уходи. Так, драконы. Я играл в линейку. А поближе? Да? Да. Хуясь. Ты выкурил мой капитан Блэк. Скинешь мне потом? Какие-то графики. Да. Так, вот. Да. У меня зуб вышел. Чего у тебя? Прям тут сейчас? Не понял. Так у тебя же вроде уже молочные закончились, нет? Молочный? Молочный? Молочный, 15 лет? Молочный? Немного кишки и немного... Молочный клык. А стоп, у меня клыки вообще выпадали? Молочный, я думал, клыки вообще не выпадали. Молочные клыки? Не знаю, у меня острые клыки. У меня острые настоящие. У меня тоже клык очень острый. Сугеныш. Давай. Один. Я ног. Потому что я еще не достаточно.
Недостаточно пьяный? Так, вы выяснили, что сейчас они у меня будут видеть ничего. А блядь, теперь надо ставить. А я не знаю, есть. Арти? Да. Я самый отличный отчет о том, как ты вёлся на Новый год. Нет, я вообще не имею в виду. Вот так вот перпендикулярно. Вот так вот? Я хотя бы могу стоять на месте. Они мне вот так вот. Я природой вообще сделал. У тебя не внутрь, у меня не наружу. Нет. Вот именно. Говорят, что скоро по эволюции возможно. А я заметил, что на Новый год уже некоторые продлевало. Тайна? Конечно, потом. Об этом все рассказывали. Ну да, вот ты отвернулся к дивану. Ну, это же была тайна. Да, тайна, которая легенда, которая облетела весь Соник Сын. Я уже говорил, что это ни о чем. Он, конечно, убивался на Новый год. Он отвернулся к дивану, чтобы никто не видел. Экраны еще. Говно. Особенно пончик. Зачем? Зачем именно пончик? Да, конечно. Сначала выпили водку, потом виски, потом пиво, потом абсент, потом я отравился печеньем. Нет. Я выпил вина 11-летней выдержки красного, потом 9-летней выдержки белого, потом я выпил. Сначала он выпил вина, потом еще вина, потом шампанское, потом ром, потом еще шампанское, потом еще ром, потом еще шампанское, потом ром, потом какие-то чуваки на Арбате налили коньяк и еще какой-то хуйни. И бренди. Про Новый год, что ли? Да, а потом он... Отравился пончиком. Все правильно сделал. При том, что когда он разорвал этот пончик, он взвалил шляпу, шарф, шляпу, шарф и пальто. Через шляпу я заметила, что он плевал. Чего-то я не заметила, а шляпе грязности. Потому что оно потом обстиг, все вытерло. Ай, блевал. Новое приложение для айфона? Да. Раша. Я обокрой. Раша, можно тоже? Не закрывай. Это как это? Закрывай. Соник так пробегает. По-моему, кто-то взял по бумажник. Мне не кончилось. Я в машине. Обокрой. Вам где мой желтый? Полграмма. Тогда пиво с полу. Ты не подмолся? Да. Он не пьяный. А куда ушло? Был еще грамм 400. Походи по реальности. Кстати, ты хорошо наполнил. Мы не будем. Но моя минта у тебя. То есть твоя минта. А, можешь твою минту использовать? Конечно, да. Я просто женщину хотел угостить. То есть не все. Не полностью ли? Ну да, я просто. Я просто реально хотел женщину угостить. Я понимаю тебя. Thank you.
что у меня есть личная мысль. Она личная, не обязана личная. Не обязана. Лега, как думаешь, кого послушать, меня или тебя? Смотри, не принял на такое готов. Так, Фредди Крюгер идет. Осторожно, Фредди Крюгер. Все голодные и так далее, и так далее. И так далее, да. Семен, бери тарелку. Масочно. Два кусочка, нам два эти. Хорошо, поем, давай эти. Еще один, ёбни. Еще один. Я сейчас поломал кнопку пробел. Спасибо. Еда. Надо есть, я привез без вилок. Хотя сейчас найду, подержи. Вилки же есть вроде. Сейчас найдем. Пакетик. Я доволен. Я ничего не должен. Резина пипка, типа соска. Так. Я подградил обратно. Соскань.
Телефон, левой рукой я рулю. Ок. Папа хоть бы что сказал. Да, он не совсем темно. Я тут по этим путям, но мне стало реально неудобно. Так нажрал, но даже когда я сказал этого изгустки, я так не нажрался. Надо фурганцовку с собой таскать точно, блин! Ты не знаешь историю про фиолетовые сгустки? Конечно. Я даже не знаю, кто лучше про них расскажет. Я сам или бы... Я не знаю. Ну тут совсем темно. Потому что ее не знают как минимум Семенов, Дракон и Калиста. Что? Не знаю, что еще я вот не хотела на песню. Про Марганцовку. Я здесь я же первый раз тут. Ты помнишь, что я сказал, что я тут тебя не было? Так же больно, как меня. Жил нет. Уверен. Тебе повезло, у меня ноги короткие. Предновогодний слёт. Если на рассадке кокена... Если ты приходишь дома, то такие слёты всегда были очень алкогольные. Я уже не помню, что я пил, но в каких количествах. Кажется, я пил голову водки. Очень много водки. О, хочешь быть октябрён? Потом мне стало плохо. Хочешь быть октябрён? Я записываю второй ванну. Просто Семен, просто не мешай благородные напитки всякой херней. Чтобы я прогревал. На марганцовочке нужно там 2 кристаллика. Он высыпал полбанки марганцовки, Джонни. Две стакана. У меня такая темно-фиолетовая субстанция была. И я доверчиво это. Так вынесется. Ну я так выпил. Его потом и вынесла. Потом я пошел на балкон. А почему же мой лейзер? Так понятно, что марганцовку выносит. Так он для того, чтобы я проблевался, размешал. Но он размешал не 2 кристаллика, а полбанки. Вот, это химический ожог желудка. Нихера, можно желудок убить вообще нафиг. Да. Мне пронесло. С тех пор партии пускать фиолетовые сгустки нет. Нет, можно просто нафиг убить желудок. Да, я знаю, но я же был пьяный. Поэтому не надо так выпивать. Да, вот так вот. Чтобы потом стерпать полбар. Я не пью. Поэтому мы с драконом Бодрячком, а все остальные. Ты я не пил вообще. Чего ты? Я ты тоже уже все, ты выбыл. Да что вы говорите? Мы опричники. Мафия, на кой? Опричники? А, да, будем мафию брать. Какая мафия, блядь, тоже? Под дождем. Он сам мафия. Самое главное. Я сама матрица. И что дождик? Мы можем под дождиком стоять это делать. Под дождиком это делать? Ну, я не знаю. Как думаешь, потом? Вон Рашик уже тоже весь не думает. Рашик уже на очке вообще. Ещё.